Добрый вечер, вы здесь проживаете? Да. Да? Фамилия? Кент. Отойдите, мисс Кент. К нам поступают жалобы на громкую музыку и распитие малолетними. Присаживайтесь, мы тут надолго. У вас нет ничего острого, обо чтобы я мог пораниться? Нет. Хорошо. А у меня есть. Это Супер Майк. Это его постоянные клиенты. В бизнесе, которым я занимаюсь, в ходу только наличка. Майк при деньгах. Работаем, не покладая рук. Приветствую! Единственный неповторимый... Супер Майк. У него есть поклонницы. Ты муж, которого у них никогда не было. Принц на белом коне, который все-таки приехал. Но Майку нужно нечто большее. Крутой стол, сам сделал? Такое продавать не стыдно. Собственно, этим и хочу заняться. Этим летом. Черт, аккуратнее. Откуда ты знаешь моего брата? Я предприниматель, управляю кое-каким бизнесом. Ты что, мою сестру кадришь? Ясно, вот и поговорили. Бизнесмен-стриптизер или стриптизер-бизнесмен? Одно из трех. Я-то надеялась, что все это ради смеха. А что, разве он не забавный? Я пытаюсь понять, почему именно стриптизер? Женщины, бабки и веселье. Главное, помни, что есть люди, живущие дневной жизнью, а не только эти вампиры. Так, мы что, ругаемся? С почином нас. Ну да. Как мириться с реальностью? Есть еще какое-то дело, которое могло бы сделать тебя счастливым. Дизайн мебели. Дизайн мебели? Типа хорошо руками работаешь? Если жизнь похожа на сказку. Твой стиль жизни мне не подходит. Сейчас я не Супер Майк, и этот стиль жизни не мой. Ты сам веришь в то, что говоришь? Ченнинг Татум, Алекс Петтикер, Коди Хорн, Оливия Манн и Мэтью МакКонахи. Значит, по правилам заведения трогать запрещается. Но, по-моему, собравшимся на правила наплевать. Вот это котлета. Причем одни пятерки. А двадцатки есть? Тебе лучше не знать, что я делаю за двадцатку. Супер Майк. Придешь в клуб вечером? Нет. Придешь или нет? Нет. Ты только что сказала, что тебе понравилось. Это не значит, что я снова пойду. Летом в кинотеатрах.